только на мобах будет стаков, короче. Там надо правильно собирать, короче, мобов и так далее. Это про что ты рассказываешь? Да, про Джайну говорю. В принципе, мне нравилось, как ее первое время убивали. Потом подфиксили ее немножко. Вот, поднерфили. То усиляли, то нерфили, блядь. Кайфовый босс. Ну, блядь, она даже с нерфами хуярит жестко. Там, типа, до нерфа ее вообще ебануть не могли, блядь. Ее просто траили месяцами, блядь. Все, я пошел, блядь. Давайте ебашим. В 24 пойдем? Да. Бафните, пожалуйста. Есть. Если на замене никого. Если кто-то есть, кто хочет пойти в рейд, то давайте. Давай, помогу. Суманем. Мы, короче, с тобой танчим. Сервер сломался, да? Опа, сразу же. Кто-то такое, ну. Потанчили, короче. Сори, сломал. Понимаю, позвали кого-то похилить. Не, не похилить. Либо потанчить, либо подпсить. Потанчить позвали. Халион испугался, короче, и обрушил сервер. Подумал, ну его нахуй этих двух безумных танков. Натуре. Ай, ёбаный в рот. А, пока сервер загружает, что-нибудь позырим, может? Чё позырить? Давайте называйте год. Это с 17-го, нет, давай с 18 по 20 месяц и число. Найду видос какой-нибудь. Давай, 19 августа. Подожди, 31 декабря. Да, 31 декабря, 19 год. Блять, это будет тяжело, блять. Так. Ну что-то может ближайшее к этому, но вряд ли 31-го, что-то кто-то играл. Так, 19-е, что это, 05-е? Давай первое. Так, сейчас. Так, это февраль получается. Сейчас. Ты че? Там дикил есть, пойдем бить. Помоги. Блять, как по кривому это все, блять. А, ну давай что-нибудь покороче, блять. Хэпал. РС-25 герхэпал, будем смотреть? Это какое число? Это, короче, давай вот, 4 на КД РС-25 гер БДК, вторая часть. 10 февраля 19. Ага. Это самое ближайшее, да, было? Нет. Не посередине. Нет, это не ближайшее. Так, что, скорость X2. Сейчас, блядь, подрубим. Сейчас этот стрим закрою, открою другой. Так, экран. Все, заходите. Так, ну шуренько, во тьме тогда будешь. Длани также, ничего не менялось. Давайте фулба по рейду. Скорость X2. Сейчас по ДПС будет и по напулу получше. Сразу сейчас накраю, может. Ну-ка, ну, да, как я приду постоянно, блядь. Ну да.
Ну это даже не я танчу. Ну на кого-то нет. Сейчас потише сделаем РЛ. Или вообще вырубим. Или оставить РЛ. Оставить, что говорит РЛ? Ну да сам говори. Рассказывай. Ладно, я рассказываю. Короче, тут какая-то хуйня происходит. Я походу танчу больших големов. Вот это мой ДКшник на циркуле. Да, тактика такая. Получается, что? Три танка, что ли? Или четыре, блядь? Подожди, три. Один? Нет. Сука. Три, по-моему. Вот это я сейчас забираю голема. Он, значит, кто сейчас танчит босса, он будет заходить в тьму. Офтанк, который танчит 10 мелких, он там танчит, их ауешит, заливают. Жалко, тут вуду нету. Тут грит ебаный, там хуево видно все. Ну, короче, я двух этих пидоров танчу. Тут третья пати, по-моему, остается их добивать. Остальные все уже в тьму заходят. Вот они добивают. Вроде как фаза была уже, чуть не заметил. Вот они добивают, блядь. Извини, перебью, ты сейчас про что рассказываешь? А 23, заведи. Так, вот они. Они там ждут лезвия. А, нет, это вайп, нахуй. Там что-то случилось у них во тьме, они вайпанулись. Надо перемотать до следующего пула, значит. Так, перематываем. Там танчит, не могу разобрать. Ну, топовые челики играют. Только ёпанулись, конечно. Есть тактика, конечно, одновременно держать и голема, и босса. Ну это, конечно, зависит от того, как танк живет, как его хилят. Но есть и такая тактика. А ты типа на другую сторону моба переводишь, это типа, чтобы второго сагрить? Нет, это делается для того, чтобы он был в досягаемости ренджа. И для того, чтобы вот когда метеор падает, ну если я там, во-первых, останусь, у меня хилы не будут доставать, и там метеор упадет. И трэш, он когда бежит с этих отростков, с огня, ему дольше бежать, и ну, на своем пути может встретить там кого. И того танка может нагреться на того танка. То есть, ну, намного хуже. Поэтому переводится мобы. Но я тут, получается, танчу. Вот этих мобов убили. Сейчас челикам скажет, лезвие закончили, заходите. Они заходят. Я, получается, танчу этот третью фазу. И голема, и босса одновременно. Сервак стал. Встал? Сейчас, да, сейчас хоть начало. О, нихуя, очереди. Что такое очередь? В очередь, сукины дети, в очередь. Очередь — это весело. Сейчас смотри. А вот когда 500 человек, там вообще заебись. Момент истины, блядь. Танкование за ДК, блядь. Халиона одновременно с големом. По-моему, это убийство. Ну-ка там. Да, вроде или это. Вряд ли там на 17 минут видео. Вряд ли еще на трай будет время. Вот появляется. Вот появился голем, я ему дал ЛПшки. Вот мобы бегут на танка, роги дают на пул. РДД бьют голема и босса. Все это одновременно бьется. Во тьме челики играют. Вон там первая пати, вся там ретрики, три штуки. Вар, ДК. Танчит ДК, который начинал. Вот метеор. Ой, заходи. Да, захожу. А то тут рейд заново собирать. 10 человек смотрели стрим. Так, ну я загружаюсь. Ох, откатило минут на 10. Еще ПВП началось. Войда пинают. Кто меня пинает? Чё за хуйня, нихуя себе. Хильте Войда. Я прожал там все, что было, нахуй. И чё меня винс не пускает, чё за хуйня? Рейда нету. А, рейда нет. Вот да, пидоры да, тупые, блядь. Смотри, хуярят как твари, блядь. Я понял, нахуй. Ренегат получается, да? Да прессуют не наши, аккуратно.
Ой, блядь. Это вы меня, поди, хуярили, блядь? Этот трупик можно резать. Конечно. Кто, кому тут еще хуярить? Ёбаный в рот, нихуя. Я сейчас срезу с него и понёте, блядь, еще раз. Ты еще долго жил, блядь. Там кто-то хилил меня. Какой-то ренегат, наверное. Прессуйте там еще в гильдию. Да, я систо. Блин. Там дал вам ассисты, там помогайте. Так. Не могу пригласить члена такой группы. Что-то непонятно, куда делись остальные люди. Где там? Могу слот уступить, Синтек. Не можешь. Тут же облом такой. Какой слот, блядь? Ну челиков нету, видишь, блядь, сейчас так в 20 будем бить. Заходите, кто там где, блядь, Диси его сколько там. Люди есть, Диси. Ебать там страшно, конечно. Чё-то локов дохуя, наверное. Парочку отправим во тьму, блядь. А где не люблю там? Вот, но уже более-менее нормально. Может разъебать да. Этих пидоров на выходе, а? Как думаете? Мы уже... Я думаю, что надо пройти быстрее рейсы все. Так они убивают, блядь. А кто остался? У меня вот 4 секунды до рейса. Чё, разъебаем? Причём так тебя убивают. Что ты похоже? Вот вам делать нечего. А вы хули палите, пидоры, блять. На нахуй. Ёбаный в рот. На тебе стан нахуй. Ты чё, блять? Вы плёты, блять. А чё, все умерли? А это наш. Стойте, не бейте его, не бейте. Это наш. В натуре это наш. Пати принимаю, ёбаный в рот. В натуре вот оно же и наших пиздите, блядь, вовсю. Пати, пати. Красный. Всех захуярили, блядь. У меня кнопки пати. Заходите в инст. Я порождает одну личность. Всё, тыкнусь вон. Чуть нашего не убили. Хуяри, он такой бабл уже, блядь, кончается, блядь. Пати кидаю, блядь. Думает, ебать, куда я попал, нахуй. Притон, бигдем, даваки настались. Притону смолим. Да, я здесь. Когда бигдема? Кто у вас? А, нас 24 было. Ну тыкните в эту хуйню, бля, я танчить хочу. Кто-то еще один не зашел. Не, нас вроде было и 24. Было 24, нет, так нет. Я взял еще одного человека. Меня добрали. Но... ДЦ нет. Не да. Люблю щиты. Все, я сагрил, пошли.
не люблю щиты, пишет уже со стейд в группе. А. В смысле, он в игре, что ли? Да. До лара не сидит. Так надо его сумануть. Вот пригласите его в начало. Вот только, не знаю. Он, наверное, в пати какой-то. А... Он не, его что-то не принимает. Ну, он, видать, его случайно отменил. Ему опять кидает, а он его не видит. Ему надо релогнуться. Вон там про няша пишет плюсик. Вот, берете. А кто это? Кто это такой? Эрпал. Круто. Тоже Слава, кстати. Блять. Так у нас же не любящий ты был. Смысл вообще-то, блять. Ну пусть релогнется, блядь. Сейчас мы его возьмем. Замена заметна. Ну на замену, да, посиди. Для меня, какая, да. Блядь, тебя? Ты хулипал, блядь. Нет хэпала, блядь. Я могу, вообще видел мой хп, блядь. Я вообще самый последний он. Во всех строчках, на всех боссах. И чё, блядь? Да я вообще не ебу. Ну ты же хулипал. Кто будет меня захиливать сейчас на болтаре, блядь? Я же сдохну, блядь. Просто хулипал две цели хорошо хилит. Не люблю ты в Дисе, нет? Алло. У нас два танка, тем более третьего нету. Три. Не, я в танке тоже. Ты забирай, короче, принудителей этих ебаных, блядь. Просто по точечному выкидывай и на себя забирай. А я всю эту залупу потанчу. Блядь. Круто ты сделал, конечно. Получилась какая-то хуйня. Ладно, похуй. А, тут Лингрен еще, бля, я понял. Не, ну заебись, два танка. Три танка, заебись. Че вы РДД ебаните вон того гуся, который взрывную волну кастует? Милики эти два моба добьют. Вон пачка идет, пошли. Ну ебать, ловим. Моб убежал, сука. Испугался. Тури, смотри, стоит, смотрит издалека. Собью касс сейчас вот этому ближнему. А, пока стану, да? Короче, собью сейчас касс будет. Да ебаный в рот. Ладно, вот этому фуловому собью сейчас. Забиваю. Невосприимчивость, я понял, блядь. Нахуярили уже туда, как он называется, диминишн сделали, блядь. Прям жесткие, блядь. Так, ставлю рыбу. Вот тут вот.
Вот тут вот, вот так вот. Что, вот мы сумоним Марпала? Ну давай, да, ставь шкаф сумоньте. Я не люблю щиты, не слышу, бля, DC нету его, блядь. Не, мы вылез не псал, на ФК стоит. Так, что у вас это, по бафам разобрались, Костя, кто что кидает? Нифига себе. Рпал Ворген. У нас стропонский ретрик каски кидает, я там точечно раскидываю кулаки и МП5. Блять, он суманется или что, или он АФК, блять, что за хуйня? Может тогда прото по всем. Так, хилы, значит. Давай. Инсика, частица на войде. На войде Зубраджин, щиток земли. Гримзол на Хулидринке, щиток земли, Бидон на Лингрене, щиток земли. Не проебите своих танков, шаманы. И их инсика хиль там, блядь. Это веду, как обычно, по кругу, то есть вот от вот этих тотемов и дальше по это по часовой получается, если смотреть на болтару. Все, проверка. Я третьего принимаю. Хулидринк первого, а этот самый Лингрен второго на 33. Ладно. И смотри, инсика, не забудь там, блять, перед 33%, перед станом, дать на себя бабл и массакру. Так, Вандикон зашел, все, иду запускать. На пулы сейчас наводят, дайте. Рейдж набирайте, чтобы он 100 стаков не накопил. Ну, Нашка там, так, если что... Бля, вы долбоебы, что ли? Инсика, нахуй. Ну хули ты под ебалом стоишь, блядь? Заливайте ему инер. Пиздец, вы... Ебало от жопы не отличаете, что ли? Вот первая копия. Хвасть. Не был. Друид инвалид лег, блять. Вандикон, друид инвалида, резай. Давай ему иннер. Друид инвалид. А хули вы тело покидаете, блять? Готовься, инсика. 40%. 35. Нажимай бабл. Массакру, давай. Сейчас будет стан и откидывание. Все, Лингрен забирает эту копию. И все, и вставайте между тремя танками. Да не убегайте вы туда, не убегайте. К танку бегите, блин. Между тремя танками так вставайте, чтобы до всех доставать. Танки тоже там... Не ведите в рейд эту залупу, что вы там, как? Отходите из-под ебала. Вот я подвожу ближе, чтобы к танкам быть. Как вы так стоите? Уйдите из хода этого движения, блять, босса. Танки, если вы будете 30 тысяч километров друг от друга, ну, хилов не хватит на нас. Вы понемся, блять. Поэтому смотрите, как, куда вы что вводите. Ну, на вертушке, чтобы дамаг попутать, можно просто отбегать. Все, заходите в инст. Вот там челик зашел, уже вылетел. Понятно все. Кто это там? Good Atomistry, блять. Ай, блядь, ничему жизнь не учит. Ну, как? Вот что вы под балом делаете? Наджика с Нинсикой, блядь. Ну, как, блядь? Что там, сука, медом намазано? Не понимаю. У босса две обилки. Рассекающий удар и вихрь, блядь. И все перед ебалом. Фронтальное все. Забегай в инс быстрее, на коня и сюда подъезжай. Да сейчас теперь пока разлагает. Мы с Авиану, может, без тебя тогда ебанем? Только ты в инс не заходи. Бейте. Все, бьем. Только не заходи в инс, а то опять забагаешься. Не понял. На метках, когда на людей метки повешаются, Хулидринк, ты дашь массакру. А, и это. Блин, не сбиваете? Пление, блядь, давакин нахуй. Как дела там у тебя, блядь? Внучок, что там, анестезирующий, а давакин, что там, усмиряющий выстрел. Ну хули нормально, я вижу, блядь, как нормально. Нормально урон лутаем.
Не, ну в принципе, если хилы захиливают, вот. Ну-ка, какой-нибудь сики дам инер. Он даже форма не скидывается, заебись. Скоро взлетка будет. Там будут красные метки над головой, как на Синдре синие, только тут красные. Вот смотрите. Эти метки должны выбежать с рейда. Весь остальной рейд там в тотемах, в бесах, там, там и стоит. К медведю не подходим. Вот метки красные вышли. Давай, массейв. Хуя дракон, бля, охуело. О, шалфир под ебалом стоит, ебать. Я понял. Так, агрите там два моба, пока что бейте, я сейчас таблички с ОДЭ закрою. Так, а зачем бить, когда можно просто зайти? Ну, просто убьем мобов. Не хотят багаюзить. Да нет, это не багаюз. Не багаюз. Ну, заявайте, да. Ну смотри, вот когда бьешь мобов, какой плюс в этом, как ты думаешь? Вот, а я тебе расскажу. Плюс в том, что ты отрабатываешь ротацию. Вот некоторые люди дамажат мало. Вот они вроде бы одеты нормально, но дамажат не так много, как можно за их класс дамажить. Поэтому мы бьем этих мобов, чтобы отработать навыки правильной ротации. Это я, конечно, придумал все на ходу, но, блядь. Да, заходи. Чтобы пальцы запомнили. Да, чтобы пальцы в натуре. Чтобы ты бегал на лече, смотрел, где лужа, одновременно смотрел, сколько у маны хилов. Это как в ТТГ на собаке, короче, бьешь собаки, двигаешься постоянно в милике, а потом бьёшь другого босса бьешь, да. Тоже двигаешься. Сводишь все три босса в ТТГ, потом просто заливаешь его ей, блядь. Вот, чтоб так было. Я, короче, на боссе холидринг с рингером право-лево разделите, там кто дальний, кто ближний. Я справа. Потом забафаемся, короче, иду пулять. Кто устал за сегодняшний рейд? Нихуя себе, никто не устал, заебись. Я за день заебалась. День-то понятно. Я за день тоже заебался. Такой мрачный, темный день. Все, такие заебистые, что пиздец. Ну давай ты, блядь, сначала погрузишь газельку, потом разгрузишь газельку, потом с тобой поговорим. Грузчиком работаешь? Нет, я приезжаю. Ой. Понятно. Да прикинь, реально, грузчик. Ничего, блядь. Я и смотрю, что ты сегодня неразговорчивая, блядь. Все, целка, молчишь, блядь. Ой, блядь. Пойди, ты все свои нервы разгрузила. Но... Я еще и не спавший. Ой, это вообще пиздец. Так что смотрите, сейчас лучше не вайпайтесь, иначе пиздец будет. Она студентов как-то... нету сна. На ту сторону перебегайте. Босса не пульте, на ту сторону перебегайте. Сейчас меточки поставлю для себя и начнем. И скажу, кто куда пойдет. Я студентом была лет 15 назад, если не больше. Получается, тебе 20 лет? Нет. Подожди, 25. Снова нет. Остановимся на 5. Полтос не прогадаешь. Остановимся на 20. Хорош. Меня устраивает. Так, значит, я буду начинать, потому что это самое, блядь. Я такой вредный человек, блядь. Короче, а кто с вас там в ретрика пойдет? А, Холидринг, да, наверное? Ну да, у него получше будет дамаг. А в тиме не танчил ни разу, так что и свету тоже не танчил. Да, ну это, как-нибудь научимся, это самое. Значит, по группам. Так давай я тогда потанчу. Кто?
Ну, в принципе, свет, ничего сложного нет. Кто потанчил? Костя говорит. Да, я потанчу, говорит. Холидринг. Да не, пускай этот Лингрид танчит. У вас еще голоса почти одинаковые. Этот, ну неси-ка, короче, остаешься здесь. Давай, знаешь, с кем? Давай с Бидоном, блядь. Не заходите прям, что здесь стоите, чилите. С вами там остается. А где рыба? Сейчас я поставлю. Так, вот рыба. Значит, Бидон с Инсикой остаетесь здесь. Остальные Гримзол, Зубраджин, Друид Инвалид. Заходите во тьму и там до конца. Так, диспелить будет... Давай, Зубраджин. Так, теперь по пати. Значит, первая, вторая во тьме остаетесь, а третья, четвертая выходите в свет. Или кто-то там с вас демон есть, или там два демона, я хуй знает. Значит, Килия демон. Давай тогда два тебя. Два демона есть. А, два демона. А в свету кто демон? Третий пати, четвертый. Метамизол. Или как он там? Угу, хорошо. Кто во тьме... А, Наджика, я знаю уже. Ты будешь кружком. Путеводным. Ты будешь кружком. Но в свету Биг Дэм, ты скажешь там, когда там бежать метеор, когда там выносить, если кто-то ебланит, не выносит. Вот. Так, теперь чек на пул. Я вообще что-то не кидаю. Подожди. Ты скажи Лингерну. Года три уже не играл с ним. Как танчить? Танчить, короче, печенька, а если на тебя метеор падает, в трусы перебегать, да? Да, это самое, смотри, Лингрен, я начну с кружка, я, ну, Агрона беру на боссе, после первого метеора перебежишь, и потом подойдешь ко мне, заберешь босса. И так вот, как он стоит в кружке ебалом, так ты и стой. Как вот он в тьму исчез, так ты там и стоишь, никуда не крутишься, не вертишься, ничего не делаешь. Челики выходят, это, ну, все, типа, там это самое. Ну, все метеор... Дайте, пожалуйста, паладин. Он, бедный, замучился уже писать. Паладины, сука, кто там клыки бафы, дайте, блядь. Гандоны, блядь. Знаешь, у нас что было, блядь? Слышишь, а там бафы отменить можно? Там у нас был, короче, Ретрик, у него ник был Анти, нахуй. А был, короче, Капурсивин, у него ШПшник был ник Капурсивин, ну, челик такой, Антоха его зовут, блядь. И, короче, как-то раз, ну, он идет на коте, там, не помню, как кота у него ник был, идет на коте в целка, перед ребром стоим, и он, короче, такой говорит, блядь, кулак все так писал, потом в дис такой выдает, ну РК тогда еще было, заебался писать в чат, и такой говорит, Анти, пидорас ебаный, дай кулак друидам, сука, и вот это так смачно он сказал, нахуй, мы ебать ржали, это такой мем был, блядь. Надеюсь, вы готовы. Там это, зайдите за линию, слезьте с маунтов, вот там метка, не окажитесь за стеной огня, чтобы вы там потом, мы когда начали бой, это самое, стояли и чилили. Все, не двигайтесь, когда я бегу, короче. Лёха, там получается третья Чё, фаза, что? Когда, смотри, порталы появятся, ебало, отверни. Ничего там, не отворачивай, не слушай никого, нахуй, не делай никакую залупу. Как стоит босс, так ты и стоишь. Вот, встаньте там ближе, вот, к квадратику, чтобы вы находились сбоку босса, а не под ебалом. Ты сейчас урон от дыхания получил, метёр перебежали. Все, вот сейчас перебегаешь, можешь подходить, забирать. И на пулы сейчас откатятся у вас. На Лингарда дадите на пулы. Забрал. Все, вот на него на пулы давайте. То сейчас по агро его догонят. ПС и нахуище. Выноси там, кто Максим. Диспел с него. Еще сам себя может использовать это проклятие. 5 секунд, 1%. Давайте и башим. 3 секунды, 0.5%, все. Значит, заходить будете с ромбика. Заходите с ромбика. Так. Все, войда захиливаем. Нормально. Короче, не помню, как это с таймером. Начну заранее крутить. Вот сейчас начну крутить, начинаем сразу двигаться. Сбоку босса находимся. Где там, в кружке или что там, какую метку давал. Вот лезвие. Все. Метку выносим, внучок, на край. Внучок молодец. Все, хуярим.
Так, что у нас там? Перед выходом дадим, что ли? Не, похуй, короче. Во тьме потом дадим, да и все. Значит, лезвие 7 секунд. И 1% до переходки. Выносим гнучок. Гнучок, нихуя себе сегодня. Третья, четвертая на выход. Первая, вторая, стопните дамаг. Покурите там, на автоатаке посидите. Третья, четвертая, вон порталы ваши. Вышли. Метеор, бежим, бежим, блядь. Бегите, не словите. Не сдохните, сука. Захильтесь там. Все, вы живые в свету? Да. Все, играем. Так, что там процентаж? 50. Все, хуярим. Так, Гримзол выносит. Все, лезвие также все будет. Фигеру, когда будем? Да что-то надо, чтобы свет пережал нас. А, вот, сорокет. Давайте во тьме Геру. Метеор перебежали. Стропон выноси. Стропон, а он вынес. Так, сейчас будет лезвие. Ну вот, Килия, нахуй, бичи, сука. Кружка нету, да, блядь, для вас? Или что, нахуй? Бомжи, блядь. Гимзол выноси. Шурас выноси. Этот самый. Ну, Вадикон, резай Килию тогда. Пускай пока в свету почилит. Сорокет. Три лока в свету, короче, стопните дамаг. Потом на 50. Метеор, перебежали. Да, перебегайте. Три лока покурите 10 секунд. Сейчас 50 будет и будем добивать уже. Килия, по команде зайдешь. Заходи в тьму обратно. Все, ничего не стопим, уже бьем. Заходи в тьму, Килия. Все, дамаж. Все, дохуяриваем 4 ляма. Он также в гере бьется. Просто там... 30%. Да поебать, похуй. Вот 40, нормально. Это мы, значит, в тьме больше урона наносим. Пород меньше. Опа. Чешки две. Блять, я так не удивлен на самом деле. Для хила. Какая хуета вообще. И для танка, да? Ебан. Так, что у нас там? Там же ж один пух. Смотри. Ну пух, ну ему не надо чешка. Не надо. Ну это конечно. Что скажешь? Я, блядь, танчить буду. Но... Так. Ах, сука. Поэтому я не хотел идти. Все плюс тильт. Запы. Натуре. О, нихуя. Мне же эти запы нужны, да? Нихуя себе. Ну, неплохие, ну. Да все, да? Ой, дай ЕП, да я пошел. Сейчас, секунду. Ну, логично. Ну, типа, это, чешка кому-то надо, вот это, блядь, в подарок. Кто там? Ну, давай мне хулидринку закинь. Этот, стропон, тебе сильно надо, хулидринку отдам. Так, давай, хулидринка. Убирай. Сейчас 700 ИП дам. Нихуя, я хоть что-то вынес. Я за это... Счастья, здоровья, всего хорошего. Все, завтра ТТГ, ГМХМ, не забывайте, все приходят. Да, до завтра, уважаемые. Кто пук, присоединяйтесь, вступайте, у нас тут гача своя, весело. Хихихаха, все. Хорош, блядь. Блядь, реклама, блядь, охуенно.